Рассада астильба японской эли украсит ваш сад белым кружевом цветов. Это самый светлый сорт среди японских астильб. После цветения цветки не становятся бурыми, а приобретают зеленоватый оттенок, что добавляет сорту декоративных качеств. Новые растения получают из семян или делением куста каждые от 4 до 5 лет. Рассаду высаживают в мае. Почва должна быть рыхлой и хорошо увлажненной. Характеристика сорта эли. Многолетний куст, высота от 60 до 80 см. Высота соцветия от 24 до 26 см. Период цветения – июль-август. Окрас цветка – белый. Листья темно-зеленые, перистые. Астильба японской эли – это травянистый высотой от 60 до 80 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка кремово-белый. Весной листва по цвету темно-зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.